Разработки специалистов приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета нашли свое применение для строящегося завода компании «Газпромнефть» по производству высокотехнологичных катализаторов для омского НПЗ. Планируется, что созданный учеными КФУ катализатор позволит данному предприятию ограничить зависимость России от дорогостоящих зарубежных аналогов. Когда мы начинали разрабатывать для «Газпромнефти», нам в качестве базы сравнения были представлены лучшие импортные образцы, и их показатели закладывались в нулевую линию. То есть мы должны были добиться получения такого катализатора, который не уступает импортным аналогам. И сегодня для того, чтобы добиться менее 5 ppm по серии, нашему катализатору необходима температура на 10 градусов ниже, чем лучшим импортным образцам. Ну, с профессиональной точки зрения, среди специалистов это считается очень серьезным достижением. Соответствующий катализатор был разработан учеными Казанского федерального университета совместно с Самарским государственным техническим университетом. Его промышленный образец успешно прошел ресурсные испытания в лабораториях независимых центров. Первый катализатор, который нам удалось создать отечественный, это то, что мы сделали с Самары. Причем мы в течение одного года дали промышленный образец катализатора. Не его лабораторную версию, а версию, которая получена в промышленных условиях. Катализатор успешно прошел 2 цикла независимой экспертизы. Специалист также отметил, что в следующем году ВУЗ ожидает ряд других немаловажных контрактов с «Газпромнефтью». Потенциально для «Газпромнефти» мы будем разрабатывать в течение ближайших 2 лет базовые технологии, промышленные технологии базовых алюмооксидных носителей, которые используются для производства катализаторов гидрокрекинга, которые тоже в Российской Федерации на 100% сегодня импортные образцы, и гидроочистка для различных фракций переработки нефти. Эти работы будут продолжены, и мы надеемся, что мы здесь тоже добьемся успеха, потому что опыт и квалификация у нас есть. Мы здесь не первый год, и мы привыкли до конца доводить все наши работы, не останавливаться на лабораторном образце, а приходить к промышленной реализации наших разработок. Эльвира Зорина, Ленар Давлетьяров, Универньюз.